ding dong, a lang a lang a lang, boom ba do, ba do ba do ba ba. Oh, life ain't a ding dong. If I could take you up in boom boom boosh, boom boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Вот мы и добрались на автобусе в Акрополис, буквально 20 минут и уже на месте, и идем мы максимум. Так, шли мы в Акрополис, здесь нам пригодится вот такая вот штучка, 1 евро. Мы ее вот сюда. Идем. Вот так вот наш 1 евро и забрали. Вот так вот. Еда на разрез. Еда. Так, картошка обычная 0,19 евро, запакованная 0,33. Буряк 33 цента. Лук. Ну, я по-литовски не сильно понимаю, наверное, верхний лук красный 0,89 и нижний большой по евро 55. Чеснок 3,40 и белая цибуля. Белый лук, евро 89. Еще есть такой лук, 25 центов. Так, это все запакованные. Мы идем дальше. Помидоры 59 центов. Перец евро 21. Так, там опять помидоры, яблоки, груши евро 18, и по акции 0,99. Яблоки, красные 79, 0,85, красный шеф 2 евро. Разброс большой, зелененькие мои любимые, 2,49 вроде бы, я не понимаю, я по картинкам смотрю. Бананы по 65 центов. Арбузы 33 цента. Может взять? Нет. Он пахнет, конечно, хорошо, но не знаю, я его не съем и не хочу. Сливы евро 29 по акции. Персики евро 0,5. Вот так вот. Морковь. Морковь 35 центов. Значит, ты не посмотрел, почем же капуста. Надо пройти посмотреть. Так, капуста самое главное, 27 центов. И еще какая-то картошка по 19 снова. Идем дальше. О-хо-хо. Друзья, короче, я литовского не знаю. Читайте, смотрите, вспоминайте. Сельчья по рецепту Иваси 4,89 евро. Российские вроде. Производитель. Нет, производитель литовский. 2,35, 2,44. Крабовые палочки. Даже по акции есть, не плюс 1 евро, 0,5 стоит. Такие вот есть. Красная рыба, обычная запечатанная, по 4,68. Чья она?
литовская. Вичи, красная рыба по 6,19. Так, в рыбе я вообще ничего не понимаю. Шпроты евро 18. Скумбрия евро 45. О, килька 47 центов. Да, вроде бы. Килька в черной банке 64 цента. Это какая-то рижская волна в томатном соусе. Даже не знаю. Стоп, ну давайте уже посмотрим, что она производитель. Изготовлена в Латвии. Рижская. Ладно, идем дальше. О, здесь сосиски, сардельки и, конечно же, колбаски. Так, разброс цен. Вот такой примерно. Евро 52. Да, вот такие брал по акции. 83 цента вкусные с сыром. Или это не они? Нет, это без сыра. Я брал с сыром. Что-то с сыром нет, да? Обидно. Здесь комментировать цены. Колбаски гриль евро 86 по акции, так 2,50. Да, по акции тоже довольно прилично скидают. Колбаски 3,50, 3,35 по акции 2,19. Сальцо, о, это вообще дорого. 12 евро. Жалко, что нет ничего написанного хотя бы по-английски. Это ничего не понятно. Колбаса уже порезанная. В принципе, до 2 евро. До 2. Какая-то премиальная 4. Ох-ох-ох. Вот такая вот колбаса. Эта цена указана за все, за упаковки. Килограмм там 20 евро. Килограмм вот такие же 10 евро. Да, 10 евро за килограмм. 10 евро. Вот так. И вот такие колбасы. 8 евро стоит. Насики по 2 евро. Варенье. Ну, варенье, в принципе, до 3 евро. Смотря какое. 2,60, 2,30. Такие вот цены. И персики по евро 80. Что-то здесь чипсы сделают. Чили. Так, идем дальше. Огурцы. По 2 евро. Такая литровая баночка. Нет, это не литровая. Это 670 грамм. Всего лишь. 680 евро 24. Я так понимаю, это все их огурцы. Кукурузка от 0,44 евро до евро 80. Зеленый горошек от 0,94 до евро 57 бандюэль. Да. Это мне интересно. Это томатная паста. Евро 14, евро 15. И кетчуп. Здесь наш кетчуп. Чумак томатный. 63 евро стоит 300 грамм. Можете сравнить, сколько стоит у нас на Украине. Не знаю, я брал себе вот этот. Очень вкусный. Он болгарский. Из Болгарии. В принципе, наш кетчуп не самый дешевый, 0,63, 0,57. Большой 450, 87 центов стоит. Даже по скидке он стоит 87 центов. Здесь важно.
такие кетчупы. И такие вот большие. Есть еще даже дешевле. 0,49 экстра. И в таких упаковках 85 по 2 евро. По 2 евро. Немецкий, я так понимаю. 2,59. О, и мы дошли. Крупы различные. Вермишели. Рис. Рис различный, от 0,55 до 4 евро, 4,50, а это для суши, различный. Здесь, в принципе, 0,79 самый дешевый, даже по скидке есть какой-то, который евро стоит, а там уже цены растут. Гречка у них есть, 32 цента дешевая, самая дешевая 32 цента и самая дорогая 2,32. Так, сразу посмотрим вермишель немного подороже за гречку и рис. Вот такие вот различные есть, ну и цены, в принципе, вы можете видеть по евро. А я покупал вот такую себе, точно. Она 52 цента стоит, полкилограмма, и очень вкусная. И варится всего лишь за 9 минут. Для меня это супер. Она мне понравилась. Это итальянская. Итальянская, очень хорошая. Здесь и подешевле. Ну, в принципе, куда подешевле, это я, в принципе, самую дешевую купил. И самая дешевая она была очень хорошей. Она очень хорошая. Горох. Разные крупы. Такой не ем, не знаю, просто. Ну, вот такое вот. Вот. Мука. Подсолнечное масло, вот 5 литров, это, ну, это же 3-литровое, 5 евро, Нейшера. Нейшера изготовлено, секундочку, какое-то здесь чистое подсолнечное масло, это Калининград российский, Калининград, Нейшера, это Калининград. Два евро. Любим подсолнечное масло. Вот олейна 4,15, 2-литровая. Золотая семечка. Это кто производитель? Это изготовление. Это Российская Федерация. Где-то мы видели с соседом из комнаты украинскую, он купил украинскую, но в этом магазине нет. Скажу потом, в другой посмотрю. Сахар, евро, 1 килограмм, 1 евро, в принципе. Сода 39 центов стоит. Говорят, что для сахара 1,4 евро это реально дорого. Но если они это говорят, люди, которые здесь живут с детьми, то я думаю, пора им поверить. Соль. Соль обычная, 0,25, каменная, по скидке 1 килограмм. Какая-то с йодом 0,35. Экстра. Буду доставать, буду себе порвать. Ну что ж, пойдем мне еще что-то посмотрим. Мюсли, батончики. Мюсли, батончики, завтраки. Я себе вот такой вот завтрак купил. Очень хороший, вкусный. Причем дешевый, хватает надолго. Я уже раз 5 кушал. Причем так прилично насыпал. С молочком отлично.
Так, курица целая по скидке €59. €57, эти ножки €59. Филе 5,79. Цены на пиво евро, 55 центов, 75. €10. Это отдельно похожу, посмотрю потом и расскажу вам что-то интересное. И соки. Покажу вам еще соки, и на сегодня хватит. Сейчас найду сок, который я покупал. Вот. Я покупал вот такой вот по скидке, он 67 центов, но он не сильно понравился, не сильно сладкий. В принципе, такие цены на соки. Так, вот что я нашел. Вот такие наши сухарики, 45 евро. Гренки, 45 евро. Сухарики, 45 евро. 45 евро центов. Ох, интересно. И где же цена на хлеб? Такой батон к чаю 57 по скидке, 400 грамм. 350 грамм. 72 цента. Пол хлеба 62. Черный по 67 центов. Ребята, я закупился, много всего, и взял себе пивка попробовать, одной марки пока, но там 6 разных видов. И все, вернул свой законный евро за тележку, довольный, и едем домой. На этом все.